Для жизни духовной такой здесь урок. Скорей убегай там, где грех и порок. Когда-то в плену святой муж Даниил от блюд стола царского он не вкусил. И Бог высоко превознес это дело, что он пред грехом, против греха выступал очень смело. Зато высоко превознес его Бог, что он был очень против греха строг. Три друга его Богу верность хранили, они перед идолом не преклонились. Ни львы, ни огонь не касались их, ведь жизни дороже Господь был для них. Иосиф в плену всегда повторял: «Я Бога боюсь и не согрешал». Он был среди чужого безбожного люда, где были соблазны и прелести всюди. Но он убежал от жены Потифара, от всяких пороков, разврата, обмана. И Бог ему всюди во всем помогал, где он из раба управителем стал. Зато высоко превознес его Бог, что он был соблазном особенно строг. И если мы в чем поступаем чуть-чуть и в мир сей греховный хотим заглянуть, то он затянуть может так незаметно, что будем мы плакать потом горко, но щедро. То лучше подальше от мира бежать, чтобы в сети дьявола не попадать. Аминь.